Привет, привет, мои дорогие. Чё-то у меня, ну, конечно, от тети одни, теперь одни волосы у меня, в общем, кругом. Глаз покраснел, закапал сульфацилом. Ой, ну что, вчера была окрошка. Сегодня перед работой. Или еще не перед работой. Оливьешка. Ну да, бывает, покраснеет вот. Расчесала. Просто оливье. Зелени нет. Я все вчера бухнула в окрошку свою. Юля прям слышит. У нас холодно. Холодало. Одеваемся теплее. Что-то я пересолила немножко. На, я не знаю. Вот на, что тебе, на. Тут же майонез. Все хотят оливье. Ну, знаешь что? Не. Ну, вроде уже проходит. Не знаю, как глаза красить. Как у вас дела? Кто со мной кушает, приятного аппетита. Ну, на улице так красиво. У меня вот тут видно деревья, они все в снегу. Ну ты хоть за собой, вот чисти тарелки, ты как будто тарелка. На. Ну вот что сделать? Сейчас упадет. Все хотят оливье. Кстати, мне писали, ну вот, написали комментарии. Я раньше котят подкармливала смесью. Начинала вот, ну, первый как прикорм, докорм. Детской смесью. Вообще 10% сливками, что я не знаю, ну. В принципе, если кошкам нельзя молоко, разве можно кошкам сливки, тем более котятам 10%? Все, теперь я ем. Вот доедай. А что ты лук не хочешь? А вы говорите, куда она пропала? Все, ожила. При том, что пока я готовилась, ездить надо другую, эту свою постелить.
к мукбангу, она не слышала. А как я села, она бегом прибежала. Уж не обращайся внимания. Вот мы сейчас наедимся оливье, и на Новый год нам оливье не нужен. Еще остался. Но сейчас глаз пройдет, придется накраситься. Но все равно мазнуть-то надо. И губы накрасить. Не знаю, кофе я что-то напилась. С утра. Все, я напилась. Чай не хочу. Ну что, попью минералочки пока. В общем, все, всех обняла. Ну, такой быстрый перекус перед работой. Не знаю, больше вроде наелась пока. Вот так бы есть вечером. Наверное, вечером приду, смету все, что не приколочено. В общем, все, всех обняла. Пока-пока, ваша Наташа.